Кошкинское интернет-телевидение. Мы переходим к следующей номинации, которая называется «Лучшие из лучших». На сцену приглашается руководитель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Петрович Богатов. Здравствуйте, уважаемые спортсмены. Конечно же, все устали. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Анатолий Александрович, физкульт, привет всем спортсменам. В прошедшем 2014 году в спартакиаде среди муниципальных районов мы заняли 6-е место. Это неплохой результат. 2 года ранее были 4-ми. В личных видах спорта многие стали победителями и призерами. Элегин Александр защищал честь области на Всероссийских сельских играх и единственной сборной команды области стал серебряным призером. Давайте поприветствуем его. В текущем году наш район по итогам участия улучшил свои показатели. Хоккей – первое место, лыжные гонки, биатлон – 4-е. Мужская команда по волейболу перед финальным туром идет на 1-м месте. Давайте тоже поприветствуем. Я всех приглашаю поддержать нашу команду завтра в МТЛ-арена города Самара в 11:00. Большая заслуга достижения высоких результатов как спортсменов, так и учителей и тренеров, которые с раннего детства создали основу для дальнейшего роста. И мы не вправе их забывать. Дорогие друзья, вы взяли на себя огромную ответственность, став спортивной элитой Кошкинского района. На вас, открыв рот, смотрят дети, вам подражают подростки, с вами считаются сверстники, вас уважают ветераны. Хотите или нет, вы пример для подражания многим. Я желаю вам быть достойным примером для всех окружающих. Чтобы вы были красивы, сильны и телом, и духом. Все то, что мы посеем сегодня, вместе пожнем завтра. Будет ли будущее поколение воспитанным, образованным или здоровым? Дорогие друзья, участие на областном уровне требует и должного финансирования. Поверьте мне, оно не хуже, чем в других районах. Я бы даже сказал, по финансированию спортивных мероприятий наш район один из лидеров. Поэтому от себя лично, от всех вас, уважаемые спортсмены, я хочу выразить огромную благодарность главе района Титову Виктору Николаевичу, его заместителям, председателю собрания представителей Проскурину Анатолию Александровичу за ту моральную и финансовую поддержку, которую невозможно не видеть, за те спортивные объекты, которые уже построены и которые в процессе строительства. Хотя средств катастрофически не хватает на благоустройство и улучшение инфраструктуры, район выполняет все свои обязательства перед спортсменами. Дорогие друзья, мы традиционно проводим этот спортивный праздник, чтобы каждый из вас знал, что район видит ваши результаты, видит ваши самоотверженные выступления на соревнованиях различного уровня, чтобы поблагодарить вас, поддержать и придать сил на новые спортивные рекорды. Мы благодарим отдел культуры за такие замечательные праздники, а также ребят, спортсменов, будущих чемпионов. Я желаю всем спортсменам богатырского здоровья, честной борьбы на спортивных аренах и новых громких побед. Спасибо, Сергей Николаевич. Спасибо. Мы продолжаем церемонию награждения. В номинации «Лучшие руководители трудовых коллективов и главы сельских поселений, поддерживающие и развивающие спорт» благодарственным письмом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике за большой вклад в развитие спорта, материальную и моральную поддержку спортсменов, агитацию и пропаганду здорового образа жизни среди населения сегодня награждаются Яндуков Евгений Геннадьевич. К сожалению, Евгений Геннадьевич сегодня отсутствует на мероприятии, но мы скажем ему спасибо за его безграничную щедрость и весомую поддержку начинающим и действующим спортсменам сельского поселения Старое Максимкино и района в целом.
нашего района. Фотография на память. Сегодня будут на этой сцене вдвоем Сергей Петрович и Евгений Прохорович Матьян. Но всем отсутствующим еще раз аплодисменты. Аплодисменты нашим меценатам. Всем тем, кто поддерживает материально и морально наших спортсменов. Большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в районе награждается Ефонкин Валерий
Всех желанных вам побед!
Не боимся ли Петрович? В районе много достижений, и много хочется успеть. Видали множество свершений, но я хочу о спорте спеть. Мы все друзья, мы все команда, мы вместе многое смогли. И лишь для нас зажгутся в кошках все олимпийские огни. Удачи, лучшие спортсмены! Я тебя